Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Процветок». С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим о топ-5 способов борьбы с муравьями. Муравьи редко, когда не посещают наш сад, и они наносят очень серьезный ущерб, непосредственно сами, но рассевая, рассаживая и буквально культивируя тлю на всех дорогих нашему сердцу растениях. Поверьте, если у вас есть муравьи, там появится тля. Если у вас есть тля, там появятся муравьи. Поэтому бороться нам нужно и с одним вредным агентом, и с другим не менее вредным агентом, а именно муравьями. В саду живет множество различных видов муравьев, но мы их все назовем садовые. Чем же можно бороться с ними? И в чем же заключается, собственно, вредоносность, помимо того, что они разносят тлю, выращивают ее? Дело в том, что, поселяясь в различных участках сада, они нарушают целостность газона. Кому приятно, прокашивая свою шикарную лужайку в английском стиле, натолкнуться на песчаный холмик? А если муравьев много, то таких холмиков будет не один, не два, а гораздо больше. Поселяясь в теплице, муравьи подрывают своими гнездами корни помидоров, перцев и других растений, из-за чего они засыхают и страдают. Поселяясь на грядках, они тоже довольно сильно вредят. В первую очередь именно тем, что, раскапывая своими ходами землю, нарушают корневую систему, и растения испытывают дефицит воды, начинают плохо расти, начинают страдать. Овощи теряют массу. А если тля поселилась на нашей любимой салатной продукции, то уж, извините, это полный конец. Дело в том, что тля неразлучно с муравьями. А муравьи, поселяясь рядышком с такими грядками, своими песчаными норками, своими песчаными этими холмиками, загрязняют зеленую продукцию. Ну и, наконец, кому приятно получить довольно-таки болезненный укус муравья в то время, когда вы нежитесь на солнышке на своей лужайке? Не говоря уже о том, что у многих людей может быть даже анафилактическая реакция. Конечно, полностью избавиться от муравьев на участке невозможно. Они придут рано или поздно, но сократить их количество, сократить количество их гнезд – наша с вами задача. Итак, основные способы сокращения численности муравьев на участке. Пожалуй, самый безобидный в экологическом плане – это агротехнический. Отмечено, что там, где почва часто перекапывается на грядках, муравьи постепенно исчезают. Они просто не выносят, что их гнезда регулярно разрушаются. То есть это выкапывание. С этим способом можно бороться с муравьями, допустим, лесными. Они не выносят того, что их гнездо разрушили. А если вы еще и перенесли большую часть в лес, рано или поздно все остальные тоже уйдут туда, куда вы унесли гнездо. Второй способ, также наименее вредный, это создание муравьям различного рода препятствий, чтобы они не могли забраться на наши деревья и развести, соответственно, там свои гнезда. Это натирание коры деревьев различными остро пахнущими растениями, например, чесночными стрелками. Это устраивание ловчих поясов и ловушек для муравьев. Наконец, третий способ – это использование отпугивающих веществ. В первую очередь золу. Дело в том, что свежая зола, рассыпанная вокруг гнезд и рассыпанная вокруг стволов деревьев и кустарников, которые облюбовали эти вредные насекомые, вызывает у них серьезное раздражение. И они избегают появления на этих растениях. Они просто не могут преодолеть зольную преграду. Но дело в том, что как только пройдет дождь или установится сырая туманная погода, зола окисляется и перестает выполнять свою функцию. В таком случае мы переходим к более серьезным методам. Если товарищи муравьи не понимают по-хорошему, будем говорить по-плохому. Итак, следующий метод – это борьба непосредственно с гнездами муравьев различными способами. Если они не уходят сами, мы вынудим их уйти, либо они погибнут. Для этого можно использовать различные вещества, типа раствора нашатыря, аммиачную воду в воде. Это одна бутылочка на 10 литров воды, который проливаем точечно именно гнезда, именно земляные вот эти холмики, в которых они селятся. Можно предварительно снять верхний слой почвы над этим гнездом, чтобы отпугивающий раствор проник как можно глубже. Для проливки можно использовать также настои золы,
мыльно-содовые растворы. Все щелочные препараты вызывают у муравьев, как и у других насекомых, раздражение и острое желание либо уйти, либо им придется отравиться и погибнуть. В качестве отпугивающего средства можно использовать также уксус. Или, как некоторые товарищи рекомендуют, керосин. Но не очень-то приятно ощущать запах керосина у себя в саду. Поэтому я за то, чтобы использовать раствор уксуса с небольшим добавлением масла при проливке таких гнезд. И, наконец, четвертый по своей действенности способ борьбы с муравьями. Это использование борной кислоты и ее соли или буры. Пожалуй, ни с одним другим соединением наши садоводы-любители практики не работают так много и упорно, и так эффективно, как с бурой и борной кислотой. Несмотря на то, что средство это довольно старое, но оно, тем не менее, проверенное и хорошо действующее. Существует огромное количество различных приманок с бурой. И, пожалуй, самое эффективное, самое распространенное – это смешивание соли буры или борной кислоты с измельченным яичным желтком и с добавлением какого-нибудь сладкого агента, который будет привлекать муравьев, меда либо густого варенья. Мы берем 3 желтка, 10 грамм борной кислоты и 1 чайную ложку меда. Желток предварительно измельчаем, буквально растираем на мелкие кусочки. Смешиваем все вместе и, протирая сквозь сито, получаем большое количество мелких гранул. Эти гранулы очень привлекательны для муравьев, которые утаскивают их к себе в норки, там питаются сами, кормят своих личинок и кормят, самое главное, свою царицу, которая является сердцем колонии, благодаря которой колония растет и размножается. Но при применении данного средства следует помнить, что оно токсично и для других животных. Поэтому рассыпаем его точечно над гнездами, на гнездах, и прикрываем сверху какими-нибудь укрытиями. Это может быть картонка, доска, чтобы эти гранулы, которые вы получили, не склевали птицы или другие мелкие животные, ведь для них это тоже будет привлекательно. Кстати, следует помнить, что поскольку перед, который находится личинка в коконе, приблизительно 7 дней. В это время она ничего, соответственно, не употребляет. И, соответственно, отравить ее муравьи рабочие не могут. Поэтому применяем средства для борьбы с муравьями раз в неделю на протяжении нескольких недель, желательно месяца, чтобы гарантированно извести колонии. Повторюсь, использование борной кислоты и буры очень разнообразно, и, пожалуй, это наиболее эффективный способ борьбы с муравьями и наиболее доступный и наименее вредный по сравнению со следующим способом. Пятый способ. Бывают такие ситуации, когда муравьев очень много. И справиться только бурой, справиться только выкапыванием гнезд или заливанием их различными раздражающими растворами у вас просто не хватит сил. И тогда придется привлекать на помощь серьезную химию. И не всякую. То, чем мы боремся с тлей, с различными гусеницами, плодожоркой, жуками и прочими насекомыми вредителями, не всегда, к сожалению, подходит муравьям. Эти насекомые гораздо более сложно устроены, и для них нужны специальные препараты, которые созданы на основе следующих веществ – диазинона или хлорпирифоса. Это могут быть такие препараты, как муравьед, мурацит, муравьин, гром и так далее. Их раскладывают в тех местах, где вы обнаружили скопление насекомых. Кстати, есть еще один препарат Цифокс, которым можно обработать почву весной, рано, как только муравьи активизируются, но вы еще не начали высаживать рассаду. Это Цифокс на основе циперметрина. При обработке участка данным раствором муравьи практически не появляются. Если же вы уже высадили свои растения, время ушло, этим раствором необходимо будет обработать только те места, где располагаются их гнезда.
Для борьбы с муравьями применяется как опрыскивание, так и раскладка приманок отравленных химических, так и раскладывание различного рода гелей. Таким способом можно извести количество муравьев до минимума на вашем участке. И, конечно, оптимальный вариант – это когда вы начинаете борьбу с ними еще до того, как они очень сильно размножатся у вас на газоне или в саду на огороде. Главное здесь – провести обработку вовремя. Кстати, сейчас мы с вами говорили о садовых муравьях, но есть еще муравьи домовые. И с ними борется специальная организация, а именно санэпидемстанция. И у них есть свои способы борьбы с данным насекомым, причем очень эффективные. И если вас это заинтересует, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы по борьбе с садовыми муравьями при помощи средств от домовых в следующем нашем сюжете или нашем прямом эфире. Задавайте вопросы, если вам это действительно нужно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до новых встреч! С вами была Юлия Кондратенок.